же с министром ВКонтакте, да? Нет. С министром связи. В смысле ВКонтакте. Но он сказал написать ему ВКонтакте, мне сказал. Он был у нас в гостях. Да. Он приходил сюда просто, мы здесь с ним общались. Вот. Ну понятно, я имел не в сеть контакта, а вы с ним в прямом контакте. Ну прямого нет, только через ВКонтакте, но я его еще недавно... Пойми его, что он говорит, не понятно. Нет, я имею в виду то, что я его в друзья еще не добавила, а здесь он... А телефона у меня его нету. Ну ладно, дайте мне вот то, что вам нужно... Не-не-не, а то, что вам нужно будет. Это мне не нужно. Что вам нужно будет. Хорошо, я как вам передам? Пишите ВКонтакте, да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира. А также заходите на наш сайт. Всем пока!